Глава вторая. Гончие Бафута. Для ловли различных представителей животного мира Бафута в моем распоряжении имелись четыре охотника, которых прислал мне фон, а сверх того — свора из шести тощих, нескладных дворняжек. Их владельцы уверяли меня, что это лучшие охотничьи собаки во всей Западной Африке. Всю эту разношерстную компанию я прозвал «гончими бафута. Охотники, конечно, не понимали этого названия, но чрезвычайно им гордились. И однажды я услышал, как один из них в споре с соседом громко и возмущенно заявил. «Ты на меня не кричи, мой друг! Не знаешь, что ли? Я тоже гончая Бафута!» Охотились мы так. Уходили в какую-нибудь долину подальше или в горы и выбирали место, где трава и кусты погуще. Там мы полумесяцем раскидывали сети, а потом ходили по подлеску с собаками и загоняли в сети все, что попадалось. У каждой собаки на ошейнике висела маленькая деревянная погремушка, и когда вся свора скрывалась в высокой траве, по громкому бренчанию этих украшений всегда можно было определить, где собаки. Такой способ охоты был очень удобен. Я всегда оказывался на месте и мог сразу же заняться пойманными животными. Их тотчас увозили в баффут. И без промедления помещали в удобную клетку. Мы перевозили их в мешках с отверстиями для доступа воздуха. Отверстия эти были оправлены кольцами из латуни, чтобы их нельзя было разорвать изнутри. Мешки для более крупных и свирепых зверей шиты были из брезента или дерюги, а для мелких и безобидных из тканей помягче. Очутившись в темном мешке, Наши пленники, как правило, переставали отбиваться и лежали смирно до тех пор, пока не попадали в клетку. Для животного страшнее всего были те минуты, когда его выпутывали из сети, но уже очень скоро мы так набили руку, что проделывали это необыкновенно ловко. Минута другая, и животное уже схвачено, извлечено из сети и упрятано в мешок. В первый день, когда я выступил в поход с гончами Баффута, охотники вооружились так, — Словно мы собрались охотиться на львов. В придачу к обычным ножам они взяли с собой копья и кремниевые ружья. Мне вовсе не хотелось по чьей-то оплошности получить в бок заряд ржавых гвоздей и камешков, а потому, несмотря на горестные мольбы охотников, я настоял, чтобы ружья остались дома. Охотники просто в ужас пришли от моего решения. — Мааса! — жалобно возразил один. — Если мы встретить опасные добыча... «Как мы его убивать, если ружье лежать здесь?» «Если мы встретим опасную добычу, мы не станем ее убивать, а поймаем», — решительно объявил я. «А? Масса будет поймать опасной добычу?» «Именно так, друг мой. А если ты боишься, не ходи с нами, понял?» «Масса, я не боишься», — с негодованием возразил охотник. «Только если мы встретить опасной добычу и он убить масса, тогда фон много сердится». «Умолкни, мой друг», — сказал я и достал свое охотничье ружье. «Я возьму ружье. И тогда, если добыча убьет меня, это уж не ваша забота, ты понял?» «Я понял, сэр». Утро только занималось, и солнце еще не поднялось над горными цепями, что окружали Бафут. Небо было нежнейшего розового оттенка, и на нем там и сям белели кружевные облачка. Долины и горы все еще обволакивал и скрывал от глаз утренний туман, а высокая золотистая трава вдоль дороги склонялась под тяжестью росы. Охотники гуськом шагали впереди, а собаки то разбегались по кустам, то возвращались, и погремушки их весело побрякивали со всех сторон. Наконец мы свернули с дороги на узкую извилистую тропинку, что вела через холмы. Здесь туман был гуще, но слался низко по самой земле. Он совсем закрывал наши ноги, это было очень странно, будто придешь по пояс в ровном, чуть зыблющемся пенном озере. Высокая трава, влажная от росы, похрустывала под моими подошвами, а вокруг, где-то в глубине этого молочно-белого озера тумана, поминутно раздавались взрывы хохота. Это крохотные лягушки потешались над чем-то, понятным лишь им одним. Вот и солнце встало над дальней кромкой гор, точно огромный замороженный апельсин, с каждой минутой лучи его грели все жарче. Туман начал подниматься и легкими спиралями и кольцами заструился ввысь. Вскоре уже казалось, будто мы идем сквозь лес призрачных белых деревьев, которые извиваются, гнутся, распадаются и возникают вновь, причудливо меняя форму с легкостью амебы, и все тянутся вверх, точно ввинчиваются в воздух. Через два часа мы добрались до места, которое охотники выбрали для нашей первой охоты. Эта довольно широкая и глубокая долина лежала между двумя грядами холмов, чуть изгибаясь наподобие лука. Крохотный ручеек проложил себе путь по дну долины, между черными глыбами камней и золотистыми лугами. Он сверкал на солнце, словно тончайшая стеклянная паутина, Долина здесь почти сплошь поросла высокой, непролазно густой травой и мелким кустарником. Местами, отбрасывая тень на траву, поднимались кусты повыше и молодые деревца. Мы спустились в долину и растянули поперек нее ярдов сто сетей. Потом охотники подозвали собак и пошли ко входу в долину, а я остался возле сетей. На полчаса установилась тишина. Охотники с собаками медленно двигались к сетям — лишь побрякивали деревянные погремушки на шейниках собак, да случалось пронзительно ругнется, наступив на колючку, какой-нибудь незадачливый охотник. Я уже начинал думать, что ничего мы сегодня не поймаем. Как вдруг охотники подняли неистовый крик, а собаки залились яростным лаем. Они были еще довольно далеко от сетей, и я их не видел за небольшой купой деревьев. «Что там у вас?» — завопил я, стараясь перекричать весь этот шум. Тут есть добыча, Маса! донесся ответ. Я терпеливо ждал, и, наконец, из-за деревьев показался задыхающийся от бега охотник. Маса, дай мне вон тот маленький сеть, сказал он, указывая на мелкие сети, аккуратно сложенные возле мешков. А какую добычу вы там нашли? спросил я. Белка, сэр, он убежал на дерево. Я взял толстый брезентовый мешок и пошел за ним сквозь кусты к деревьям. Тут столпились охотники. Они говорили все разом и отчаянно спорили, как лучше достать зверька, а собаки лаяли и прыгали вокруг небольшого деревца. «Где ваша добыча?» — спросил я. «Он вон там, Масса, наверху». «Хорошая добыча, Масса! Мы сейчас его поймать, Масса!» Я подступил к самому стволу, задрал голову и стал вглядываться в листву. В футах в двадцати над нами, на ветке, сидела большая красивая белка, шерстка полосата серая, белая полоска на ребрах, а лапки оранжевые. Хвост длинный, но не пушистый, в поперечных полосках, точно светло-серые и черные кольца. Белка сидела на ветке, махала на нас хвостом и довольно сердито кричала «Чак! Чак!» Точно мы ее не испугали, а только разозлили. Мы принялись раскидывать сети вокруг дерева в футах в десяти от его ствола, а белка следила за нами злобным взглядом. Потом мы привязали собак, и я велел самому малорослому из охотников скарабкаться на дерево и согнать белку вниз. Вторая часть операции была предложена самими охотниками. Я думал, справиться с белкой на дереве — задача невыполнимая, но охотники уверяли, что если кто-нибудь залезет на дерево, белка непременно спустится на землю. И они оказались совершенно правы — не успел охотник добраться до верхних ветвей с одной стороны ствола, как белка кинулась вниз по другой его стороне. Просто чудо, как она сообразила броситься к тому единственному месту, где сеть была чуть-чуть порвана, протиснулась в дыру и поскакала прочь по траве, а мы, очертя голову, бросились в погоню, на бегу все разом выкрикивали друг другу всяческие мудрые советы и распоряжения. И, конечно же, никто не обращал на них никакого внимания. Мы только успели обогнуть группу кустов, как увидели нашу белку. Она бежала вверх по стволу другого невысокого деревца. Мы опять расставили сети. И опять охотник полез на дерево, чтобы согнать белку вниз. Но на этот раз она оказалась еще хитрее. Она заметила, что мы караулим дыру в сетях, через которую она улизнула в первый раз. Сбежала по стволу на землю, сжалась в комочек и прыгнула пролетела по воздуху в полудюйме над сетью и опустилась по ту сторону. Стоявший ближе других охотник сделал отчаянный рывок, но промахнулся, и белка ускакала прочь, без умолку, с негодованием, твердя свое «чак-чак». На сей раз она избрала другую тактику. Вместо того, чтобы взлететь на дерево, юркнула в ямку между корнями. И опять мы окружили дерево сетями, и начали шарить длинными тонкими прутьями в лабиринте корней, среди которых она пряталась. Но из этого тоже ничего не вышло. Только чак-чак раздавалось все чаще, и мы скоро отступились. Следующая наша попытка, однако, оказалась более успешной. Мы засунули в самое большое отверстие пучок тлеющей травы, удушливый дым распространился по всем извивам и ходам лабиринта, и мы услыхали сердитое чихание и кашель. Под конец белка не выдержала и выскочила из-под корней прямо головой в сеть. Но и тут она еще не сдалась. Пока ее выпутывали из сетей, она укусила меня и двух охотников в придачу, а когда ее засовывали в брезентовый мешок, третьего. Потом я повесил мешок на ветке ближайшего кустика, и все мы уселись покурить. После трудов праведных это было просто необходимо. А белка глядела на нас сквозь латунные кольца отверстий и злобно кричала, будто бросала нам вызов. «Ну-ка, попробуйте открыть мешок и встретиться со мной лицом к лицу». Полосатые земляные белки — широко распространены на зеленых равнинах Западной Африки. Но я был очень доволен, что поймал хоть одну. Таких у меня еще не бывало. Как ясно из их названия, эти белки живут почти исключительно на земле, и я порядком удивился, что наша пыталась найти убежище на дереве. Позднее я обнаружил, что все белки, которые живут в лугах, большинство их действительно земляные, в минуту опасности кидаются к деревьям и только в самом крайнем случае ищут спасения среди корней или в дуплах гнилых деревьев. Наконец мы перевязали свои раны, покурили и поздравили друг друга с первой добычей. Потом передвинули большую сеть дальше по долине. Здесь трава была густая, перепутанная, высотой чуть ли не в шесть футов. «Это отличное место для особенной добычи», — сказали мне охотники, хотя из вполне понятной осторожности не пожелали уточнить, для какой именно. Мы расставили сети, я устроился в удобном месте где-то посередине внутри дуги, чтобы сразу же извлечь оттуда то, что попадется, а охотники взяли собак, и ушли примерно на четверть мили дальше по долине. Высоким протяжным криком они дали мне знать, что стали пробиваться сквозь густую траву, и тут наступила тишина. Лишь трещали и пощелкивали вокруг бесчисленные цикады и кузнечики, да чуть слышались собачьи погремушки. Прошло полчаса, ничего. Со всех сторон меня теснила шелестящая чаща высокой травы, такая густая и дремучая, что в двух шагах уже ничего не разглядеть. Крохотная прогалинка, где я сидел, пылала зноем. Мне ужасно захотелось пить. Я огляделся и вдруг вспомнил, что мой заботливый повар сунул в один из мешков термос с чаем, а я совсем был о нем забыл. Я с благодарностью вытащил термос, уселся на корточки на самом краю прогалины среди высокой травы и налил себе чаю в стаканчик от термоса. Я пил, поглядывал по сторонам и вдруг заметил прямо перед собой в сплошной стене травы узкий темный проход. Его явно протоптал в травяном лесу какой-то зверь. Я решил, когда покончу с чаепитием, обследовать этот проход. Не успел я налить себе второй стаканчик, как справа, совсем рядом, раздался отчаянный шум и гам. Охотники пронзительными криками подбадривали собак, а собаки заливались неистовым лаем. «Что у них там происходит?» — подумал я. И вдруг в траве послышался шорох. Я придвинулся поближе к темному проходу в надежде разглядеть, что там шуршит. Внезапно трава раздвинулась, оттуда выскочило нечто темно-бурое и ринулось прямо на меня. Я нападения никак не ожидал. Да еще сидел на корточках и держал в одной руке термос, а в другой стаканчик с горячим чаем. Животное, которое со страху показалось мне вдвое крупнее бобра, прыгнуло прямо мне на грудь. От неожиданности я опрокинулся на спину. Зверек стоял у меня на животе, а из термоса прямо мне на колени лился обжигающий чай. Оба мы одинаково удивились и, кажется, одинаково звезжали от страха. Руки у меня были заняты. Я попытался стиснуть зверька локтями, но он соскочил с меня, точно резиновый мяч, и ускакал в траву. Сеть в одном месте стала подергиваться и трястись, и до меня донесся отчаянный виск. Видно, мой незнакомец угодил прямо в нее. Я закричал охотникам и с трудом пробрался сквозь густую траву туда, где шевелилась сеть. Зверек основательно в ней запутался — и теперь лежал весь корчившись, вздрагивал и пугливо фыркал. То и дело он безуспешно пытался перекусить петли сети острыми зубами. Теперь я его разглядел как следует. В сеть попалась очень большая тростниковая крыса. Животное, известное африканцам под именем траворезки, что очень точно передает его повадки. Своими большими, отлично развитыми резцами траворезка проходит по лугам, да и по засеянным полям, как косилка. В длину она два с лишним фута и покрыта грубой коричневой шерстью. Мордочка круглая, как у бобра, маленькие уши плотно прижаты, хвост толстый, безволосый, и большие лапы тоже безволосые. Она, видно, до полусмерти испугалась меня, и я не стал подходить ближе, пока не подоспели охотники. Боялся, как бы она все-таки не вырвалась из сетей. Крыса лежала и судорожно вздрагивала, а порой дергалась, пыталась подскочить в воздух и всякий раз при этом отчаянно взвизгивала. Я изрядно встревожился. Вдруг у нее сейчас будет разрыв сердца. Только много позднее, когда я поближе познакомился с тростниковыми крысами, я узнал, что такое истерика, они встречают все новое, непривычное, вероятно, в надежде испугать или смутить врага. А на самом деле тростниковая крыса животное отнюдь не из робких. И не замедлят впиться своими огромными резцами вам в руку, если вы позволите себе с ней какую-либо вольность. Я оставался на почтительном расстоянии до тех пор, пока не подошли охотники. Тут мы общими усилиями извлекли крысу из сети. Когда ее вытащили и стали сажать в крепкий мешок, крыса вдруг отчаянно подпрыгнула у меня в руках. Я сжал ее покрепче, и к моему удивлению у меня в пальцах остался большой клок шерсти. Наконец мы надежно засунули траворезку в мешок. А я сел и принялся рассматривать шерсть, которую невольно сорвал с моей упитанной пленницы. Шерсть оказалась длинной и довольно жесткой, похожей на грубую щетину. Корни у нее, видно, очень слабые. Чуть потянешь — и лезет клочьями. Заново отрастает она очень нескоро, и так как лысую тростниковую крысу никак нельзя назвать красавицей, обращаться с ней приходится в высшей степени осторожно. Поймав тростниковую крысу, мы медленно двинулись дальше по долине, время от времени расставляя сети и обшаривая подозрительные кусты и подлесок. Когда стало ясно, что больше тут нечем поживиться, мы свернули сети и направились к большому холму в полумили от долины. Холм этот был на редкость правильной формы, и мне на ум тотчас пришел курган, под которым похоронен какой-то исполин, что бродил по этой равнине в давно минувшие времена. На самом верху возвышалась груда каменных глыб, каждая величиной с дом. Казалось, будто здесь воздвигнут памятник. В узких расщелинах и просветах между глыбами росли чахлые деревца. Стволы их были изогнуты и скручены всеми ветрами, но на каждом цветилась гроздь ярко-золотистых плодов. В высокой траве у подножия деревьев виднелись фиолетовые и желтые орхидеи, а местами эти огромные камни покрывал толстым ковром какой-то густо разросшийся вьюнок. С его стеблей свисали колокольчики цвета слоновой кости. Эти вздыбленные скалы, яркие цветы и причудливо изогнутые деревья являли собой удивительное зрелище на фоне багряно-голубого предвечернего неба. Мы забрались на холм и уселись на корточках в тени камней среди высокой травы, чтобы перекусить. Кругом, сколько хватал глаз, простирались горные луга — Цветы и трава колыхались на ветру, краски их сверкали и переливались, поминутно изменяясь. Гребни холмов из бледно-золотых постепенно становились белыми, а долины были нежно-зеленовато-голубого цвета и местами темнели, когда над ними торжественно проплывало кучевое облако и тянуло за собой лиловую тень. Прямо перед нами, в небе, отчетливо вырисовывалась цепь тонко очерченных гор. Их подножие почти скрывало россыпь огромных валунов в перемешку с малорослыми деревьями. Горы плавно круглились, они были на удивление правильной формы. Их покрывала трава самых разнообразных оттенков зеленого, золотого, пурпурного и белого цветов. И казалось, это накатывается огромная океанская волна, Она вздымается над тщедушной преградой из камней и кустов и вот-вот через нее перехлестнет. Высоты эти были необыкновенно покойны и тихи, Тишину нарушал, кажется, один лишь ветер. Он хлопотливо метался во все стороны, заставляя каждую былинку петь свою собственную песню. Ветер расчесывал траву, и она мягко шелестела. Он протискивался меж камней, забирался в трещины и расселенный гор над нами, и оттуда доносилось что-то вроде жалобного уханья совы и внезапных раскатов хохота. Ветер гнул и скручивал упрямые крепкие деревца, они трещали и стонали — а листья трепетали и мурлыкали, как котята. И все же эти невнятные звуки не нарушали, а скорее подчеркивали тишину лугов. Вдруг тишина раскололась. Из-за тесной группы скал донесся ужасающий рев. Я с трудом пробрался туда и увидел, у подножия каменной глыбы сбились в кучу охотники и собаки. Трое охотников о чем-то отчаянно спорили, а четвертый выл и приплясывал от боли. Из рана у него на руке хлестала кровь. Взволнованные собаки прыгали вокруг и неистово лаяли. Что тут у вас за суматоха? спросил я. Все четверо обернулись ко мне и принялись каждый на свой лад рассказывать, в чем дело. Они кричали все громче, стараясь перекричать друг друга. Зачем вы так кричите? «Как же мне вас понять, если вы говорите все сразу, как женщины?» — сказал я. Добившись таким образом тишины, я указал на окровавленного охотника. «Как ты получил эту рану, друг мой?» «Маса, это меня добыча укусить!» «Добыча? Какая добыча?» «Э, Маса, я не знаю. Уж очень я насильно кусать, сэр!» Я осмотрел его руку и убедился, что из ладони словно аккуратно вырезан кусок величиной шиллинговую монету я оказал охотнику простейшую первую помощь и стал расспрашивать, что за животное его укусило. Откуда пришла эта добыча? «Он из та дырка, сэр», — ответил раненый и указал на глубокую щель у подножия высокой скалы. «А ты не знаешь, как называется эта добыча?» «Нет, сэр», — огорченно сказал раненый. «Я ее не видеть. Я приходить сюда на это место и увидеть дырка. Я и подумать, там в такой дырка бывать добыча, и сунул рука, он меня и укусить. Я обернулся к остальным охотникам. «Вот», — сказал я, — «этот человек не знает страха. Он не заглянул сначала в нору, взял да и сунул туда руку, добыча его и укусила». Охотники захихикали. Я опять повернулся к раненому. «Стало быть, ты сунул руку в нору, не так ли? Но ведь в таких местах можно наткнуться и на змею, верно?» А если тебя укусит змея, что ты будешь делать?» «Я не знаю, Масса», — сказал он и ухмыльнулся. «Друг мой, мне совсем не нужен мертвый охотник, так что ты уж больше не делай таких глупостей, понял?» «Понял, сэр». «Вот и хорошо. Теперь давай поглядим, что за опасная добыча тебя укусила». Я достал из мешка факел, согнулся в три погибели и заглянул в нору. В свете факела сначала блеснули глазки, налитые кровью, Потом возникла острая рыжеватая мордочка. Зверек злобно, пронзительно взвизгнул и исчез во мраке и глубине норы. «Ага!» — воскликнул один из охотников, услышав визг. «Это бушдог! Очень сильно свирепый добыча!» К сожалению, названием «бушдог» — «лесная собака» в этих краях обозначают без разбору самых разных мелких млекопитающих. Из них лишь немногие, хотя бы отдаленно сродни собакам — и потому разъяснение охотника ничуть меня не просветило. Я так и не понял, что это был за зверь. Мы немного посовещались и решили, что есть только один верный способ заставить зверька выйти из норы. Надо развести костер у самого входа и нагнать туда дыму, размахивая пучком листьев. Так мы и сделали. Но сначала развесили над входом небольшую сеть. Не успел первый клуб дыма заползти в каменную щель, как зверек выскочил оттуда прямо в сеть из такой силы, что сеть сорвалась со своих креплений, и зверек вместе с ней покатился вниз по склону в высокую траву. Собаки с оглушительным лаем кинулись вдогонку, а следом помчались и мы, выкрикивая всяческие угрозы собакам, чтобы они не смели трогать беглеца. Однако очень скоро выяснилось, что зверек отлично мог сам постоять за себя и вовсе не нуждался в нашей помощи. Он стряхнул с себя сеть, встал на задние лапы, и тут мы разобрали, что перед нами карликовая мангуста, изящный рыжеватый зверек, величиной с горностая. Она так и осталась стоять, слегка покачиваясь из стороны в сторону, широко раскрыв рот, и издавала такие громкие и пронзительные крики, каких я в жизни не слыхал от такого маленького зверька. Собаки разом остановились и в оцепенении глядели на мангусту, а та все раскачивалась перед ними и визжала. Один пес, посмелее остальных, осторожно двинулся вперед и хотел обнюхать это странное существо. Но мангуста, видно, только того и ждала. Она упала, плашмя в траву, ползком соскользнула вперед, избиваясь, как змея, потом исчезла среди высоких стеблей и вдруг опять появилась прямо под ногами у всей своры. Тут она завертелась волчком, оглушая нас неумолчным визгом, и при этом впивалась зубами в каждую ногу или лапу, что попадалось ей на глаза. Собаки всячески пытались увернуться от ее острых зубов, но это было нелегко, ведь в траве мангуста подбиралась к ним незаметно, и собакам оставалось только подпрыгивать высоко в воздух. И вдруг мужество им изменило они все разом повернулись и позорно кинулись удирать вверх по холму. А мангуста так и осталась стоять на задних лапах одна на поле брани. Она уже слегка задыхалась, но все еще выкрикивала извительные насмешки вслед удалявшимся хвостам. Так свора была побеждена. Теперь нам предстояло самим постараться взять в плен этого маленького, но свирепого противника. Это удалось много легче, чем я предполагал. Я привлек внимание мангусты, замахав у нее перед носом брезентовым мешком. Она набросилась на него, как на врага, и принялась с ожесточением его кусать. А тем временем один из охотников подкрался сзади и набросил на нее сеть. Пока мы выпутывали мангусту и сеть, и водворяли в мешок, она совершенно оглушила нас своими яростными воплями и не переставала визжать весь обратный путь домой. По счастью, толстый брезент хоть немного приглушил этот виск. Мангуста умолкла, только когда уже в бафуте я вытряхнул ее из мешка в большую клетку и бросил туда окровавленную голову цыпленка. Пленница тотчас же с философской рассудительностью принялась за еду и вскоре съела все до крошки. После этого мангуста хранила молчание, и только если на глаза ей попадался кто-либо из нас, бросалась к прутьям клетки и снова начинала отчаянно брониться. Нам это под конец до того надоело, что мне пришлось завесить клетку спереди куском мешковины, пускай посидит так, пока не привыкнет к человеческому обществу. Три дня спустя я услыхал с дороги знакомые крики, и задолго до того, как вдали показался охотник, понял, что мне несут еще одну карликовую мангусту. Я очень обрадовался, что это была молодая самка, и посадил ее в ту же клетку, где сидела первая мангуста. И напрасно. Они немедленно завизжали в два голоса, стараясь перекричать друг друга. И этот дуэт был примерно столь же приятен и успокоителен, как скрип ножа по тарелке, да еще усиленный в несколько тысяч раз. Возвратясь в Баффут после моего первого дня охоты с гончами, я получил послание от фона он приглашал меня к себе выпить и рассказать все новости об охоте. Я пообедал, переоделся и зашагал через просторный двор на маленькую виллу фона. Он восседал на веранде, разглядывая на свет бутылку джина, много ли в ней еще осталось. «А, друг мой», — сказал он, — «ты приходил? Ты хорошо поохотиться?» «Да», — ответил я, усаживаясь на предложенный стул. «Охотники Баффута умеют ловить славную добычу». Мы поймали целых три». «Отлично, отлично», — сказал Фон. Налил полный стакан джина и подал мне. «Ты будешь пожить здесь мало время и поймать много-много добычи. Я рассказать все мои люди». «Да, хорошо. Я думаю, люди Бафута умеют ловить добычу лучше всех в Камеруне». «Да, верно, верно», — с удовольствием подтвердил Фон. «Ты говорить верно, друг мой». Мы подняли стаканы Чокнулись, широко улыбнулись друг другу и выпили. Фон опять наполнил стаканы, потом послал кого-то из своей многочисленной свиты за новой бутылкой. Когда мы добрались почти до дна второй бутылки, оба мы порядком разнежились, и фон повернулся ко мне. Ты любить музыка? осведомился он. Да, очень, чистосердечно ответил я, потому что слышал, будто у фона есть весьма недурной оркестр. Хорошо. «Тогда будет музыка», — сказал он и отрывисто что-то приказал одному из слуг. Вскоре во дворе под верандой появился оркестр. К моему удивлению, он состоял примерно из двух десятков жен фона, почти совершенно голых, если не считать узеньких набедренных повязок. Жены были вооружены множеством самых разных барабанов, начиная от крохотного величиной с маленькую кастрюльку и до огромных пузатых инструментов — Такие одному человеку и не поднять. Были там еще и деревянные, и бамбуковые флейты с необыкновенно нежными голосами, и большие бамбуковые коробки, наполненные сушеными зернами маиса. Когда их трясли, слышался какой-то не то шелест, не то треск. Но самым удивительным инструментом в этом оркестре мне показалась деревянная труба футов четырех длиной. Ее держали стаймя, уперев одним концом в землю, и дули в нее особенным образом, извлекая густой, низкий, дрожащий звук, который немало вас изумлял. Никто бы не подумал, что подобное может донестись откуда-то еще, кроме как из уборной, да и то лишь, если там редкостная акустика. Оркестр начал играть. И вскоре множество домочадцев фона тут же во дворе пустились в пляс. Это было нечто среднее между бальным и народным танцем. Пары, обхватив друг друга, медленно кружились. Их ноги переступали крошечными шажками, выделывая при этом довольно сложные па. А тела раскачивались и извивались в таких движениях, какие не счел бы позволительными ни один дансинг. Время от времени какая-нибудь пара разделялась, и каждый кружился и раскачивался сам по себе, весь во власти музыки, выделывая свои собственные па. Флейты чирикали и попискивали, барабаны стучали и грохотали, погребушки с моисовыми зернами трещали и шелестели мерно, однообразно, подобно волнам, что ворошат мелкие камешки. И за всем этим хаосом звуков неумолчно, глухо гудела огромная труба, и каждые несколько секунд так размеренно, точно это билось огромное сердце, гудение обрывалось громким ревом. «Тебе нравится мой музыка?» — закричал Фон. «Да, очень хорошая!» — проревел я в ответ. «А в твоей стране есть такой музыка?» «Нет», — сказал я с искренним сожалением. «У нас такой нет». Фон еще раз наполнил мой стакан. «Скоро, когда мой народ принести трава, у нас будет много музыка, много танцы, а? У нас будет веселое время. Мы все будем сильно веселы, да?» Да, конечно, мы отлично повеселимся. А оркестр под верандой все играл, ритмичный бой и рок от барабанов, казалось, взмывали в темное небо, и даже звезды начинали подрагивать и приплясывать под их четкий ритм.